Функциональный круизный лайнер в Sims без кастом-контента. Да, автор уверяет, что никаких дополнительных материалов для этого безумия использовано не было. Во-первых, это очень находчивая идея. Очень нравится, когда строят что-то из ряда вон выходящее. Здесь у нас настоящий круизный лайнер с ресторанами, массажными кабинетами, поварами и... Кстати, на удивление, очень маленький лайнер. Если вы знакомы с тем, какие сейчас делают, там буквально каждый размером с несколько титаников. И, я понял, как это сделали. Взяли лот на берегу одного из островов Сулани и поставили пару заведений, собственно, на песке, в то время как лайнер располагается все еще в пределах участка, но на воде. Да, корабль, как я говорил, по сравнению с тем, что есть на самом деле, очень-очень небольшой, но... Блин, все это достроить, все сделать так продуманно, и чтобы оно действительно выглядело как корабль, потому что это все стены, это все обычное здание, оно никуда не двигается. По-моему, просто потрясающе, если сами хотите затестить, это ник автора в галерее. Подключить галерею очень несложно, кучу информации в интернете, если хочешь пошаговый гайд, я оставлю такой в описании. Гость на ночевку, котенок Бартоломей. Эй, Битлбан младший. Представляешь, каким презрением он смотрит на разных барсиков и пушков. Не у всех людей такие имена. Уже хочется переписать на него свою компанию. А ведь у меня даже нет компании. Я делаю одно и то же в двух разных таймлайнах. Человек смотрит за ребенком, пока в реальной жизни тоже смотрит за ребенком. У вас тут есть небольшая демо-версия, где вы смотрите маленькое видео, пока смотрите это видео. Но вообще забавно, я очень люблю, если играть в игры, то всякие симуляторы. Знаете, эти штуки типа симулятор водителя автопогрузчика, и я слышал, что эти игры специально создавали для немцев, потому что те ребята приходят после работы, такие, наконец-то я могу отдохнуть от своего погрузчика, и садятся играть в симулятор водителя погрузчика. Но на самом деле так можно сойти с ума. Вот вам небольшой танец. Я пока скажу, что да, некоторых удивляет, что я, например, не играю в Sims совсем. Но представьте, я ведь готовлюсь к съемке видео по Sims, читая статьи по Sims, потом монтирую видос по Sims, и было бы странно, если в желании отдохнуть от этого я шел бы в Sims. Понимаете? А еще на этой неделе в сабреддите по Симсу развернулась небольшая детективная история. Я сначала подумал, почему этот пост настолько залайканный. Здесь всего лишь человек спрашивает, как это возможно? И мадам Тиффани беременна. Ну что, это регулярно происходит? Женщины беременеют? Так это работает. Но в описании сказано, что эта симка беременна, хотя вухукалась только с женщиной. И вот тут уже вопросики, потому что так оно не работает. И давай я пропущу пару сотен комментов с догадками и попытками разыскать, что же все-таки произошло, перейдя к ответу. Соседские истории. Знаете, как вам иногда звонят и говорят, мол, как ты думаешь, стоит ли мне найти новую работу или уйти с нынешней? И все в таком духе. И вот как в этом посте, где Sims совершенно не знает, кто кому как относится, тут, например, стыдит беременного подростка подросток, который является отцом предполагаемого ребенка. То есть все взаимоотношения в Sims вообще нахрен поехали. Да, окей, подростки беременные — это моды, но вы поняли. Как когда жена вашего мужа звонит и говорит, слушай, там такой красавчик, может, я пойду с ним на свидание. Точно так же и здесь женщина этой героине позвонила и такая, слушайте, может завести ребенка? Они вместе в семье, если что. После чего Тиффани в личном разговоре посоветовала ребенка завести, и это действие триггерит игру на беременность. То есть, я надеюсь, у вас сложился пазл. Но да, через подобные взаимодействия можно забеременеть, даже не пытаясь забеременеть. Вообще здорово, что экзамены еще далеко, и можно вот так просматривать круизные лайнеры и поразгадывать загадки в сабреддите по Симсу, верно? Неверно. Ладно, я шучу, но аккуратно напомню, что это в Sims на подготовку к поступлению на престижную программу со всеми стипендиями у тебя уйдет всего день. В жизни к этому лучше начать готовиться заранее. Онлайн-школа Сотка поможет тебе получить отличные результаты на ЕГЭ и ОГЭ. Одна подписка включает в себя до 4 предметов, а готовить тебя будут преподаватели, у которых за плечами не один 100-бальник. Посмотри на учителя по литературе, 332 100-бальника только у нее одной. Это же безумие! По статистике, каждый третий в Сотке сдает на 80 баллов и выше. Чтобы вы понимали, я математику сдал на 32 балла, так что такая статистика для меня вообще космос. Хотя у меня такая математика в школе была, что я наличие букв в примерах узнал в 9 классе. Без шуток.
А еще ОГ назывался ГИА. В любом случае, повторять подобный опыт я вообще не советую. Готовиться лучше заранее, по-моему. Поэтому сотка дает бесплатную подготовку до сентября, если сейчас возьмешь подписку на сентябрь. 4 предмета в одном месте обойдутся в 4180 рублей в месяц. Это с быстрыми проверками домашек и повторением программы по 3 раза, чтобы не было шанса не запомнить. Еще тебя ждут ежемесячные пробники, а в тарифе Pro их сразу 2 в месяц. И Mercedes. Да, 15 июля сотка разыграет Mercedes среди своих выпускников 24 года и объявит о начале нового розыгрыша для выпускников 25. Короче говоря, я оставлю в описании ссылку на сотку и их YouTube канал, а по моему промокоду Роман ты получишь 8% скидки на первый месяц подписки, либо 3% на пакетные подписки. Используй ссылку и не забудь про промокод. И, о нет, это немного подозрительно. Родственные души, супер родственники, потрясающая совместимость, лучшие друзья, обручены. Она может делать это, но не бегать на беговой дорожке в своем втором триместре. За счет того, что могут делать беременные симы, это отдельная история. Они, кажется, пауэрлифтингом могут заниматься дольше, чем бегать на дорожке. В смысле, до того, как это станет им недоступно. Скалолазанием, кажется, могут заниматься беременные персонажи довольно долго. И йогой. Вот йогой точно можно там чуть ли не до родов, но не бегать на беговой дорожке. Потому что высокая физическая нагрузка беременным не положена, говорит Sims. Как много лет вам было, когда вы узнали, что можете задавать изображение на зеленом экране? Вау, мне было сегодня лет. Я только что об этом узнал. Имеется в виду, что хромакей или зеленка, которую можно купить в режиме строительства, не обязательно должна стоять зеленой все время. Здесь может быть космос, Дикий Запад, да хоть портрет Энцо Феррари. Вот это очень круто, в это я еще копну в одном из шорцев. Надеюсь, вам нравятся шорцы. Ты только что родила тройню. Да, вот такая фигура. И опять же, тройню. Почему все рожают тройню и выигрывают в лотерею? Дайте мне немножечко. Владиславус как инфант, плюс старое семейное фото. Подожди, как это можно сделать? Мне не приходит в голову ничего, кроме как это предмет, который ты устанавливаешь в качестве головы. Но так как прически разные, то не совсем похожи. Как можно сделать это лицо младенцу? Пожалуйста, эксперты из КАСА, подскажите, очень интересно. Иногда у тебя просто есть более любимый малыш, и это нормально. Это как «я люблю вас с братом одинаково», и вот такая фотография тебя, и портрет с цветами брату. Классические младшие, и если вы подумали, что это младший, а это старший, нет, это средний, это старший. Облипший грязью, просто стоит в углу, закрыв глаза, знают, что до него уже не дойдут. Ненавижу, когда я делаю двух симов друг для друга, и один из них отвергает другого. На самом деле, вот я постоянно об этом говорю, не придумывайте 100% истории. Сделайте якоря, то есть важные события в бэкграунде или просто что-то очень важное в характере. Дайте игре помочь вам играть. Вы увидите, как офигительно раскроется Sims, если не будете придумывать каждый шаг. В конце концов, иначе игра выглядит какой-то лишней. Типа, вы же уже все придумали, зачем играть? И я умер от метеорита. Ни разу, кстати, не умирал. При том, что офигеть сколько смертей пробовал, от метеорита еще ни разу не получалось. Хотя, говорят, это довольно нередкая смерть. Если вот постоянно смотреть в телескоп, то нарваться на метеорит — это щелчок пальца. Поэтому аккуратнее смотрите в трубы, особенно в канализационные. Оттуда может потечь. Не из личного опыта говорю, точно. Новый дом закончен. Отлично. Вот смотреть домики и вот это все нам нравится. Как понимаете, я сам сейчас очень сильно ударился в интерьеры. И не самый мой любимый стиль, но сделано неплохо. Большое количество людей поддержало. И в целом дом очень хороший. Конечно, знаешь, не всегда в таких постах хватает вида сверху. Вот примерно как он выглядит, когда ты играешь в этом доме. Потому что красивые скрины — это одно. А посмотреть планировку и вот примерно представить, как твой сим туда идет, вот этого хотелось бы видеть, конечно, да. Я отправился в качалку, и 7 человек замерзли насмерть. Да,
постоянная проблема и в качалках, и в спа-салонах, и в бассейнах. Если не понимаете, почему это происходит, коротко поясню. На этих участках действия требуют спортивную одежду. Спортивная одежда, как правило, легкая. И если это зима, симы не переодеваются в зимнюю и в легкой одежде замерзают в низких температурах. Это понятно? Кивни. Спасибо. Блин, пацаны, сорян. О, у нас здесь очень-очень крутой лофт. Конечно, выглядит немножко как версия с AliExpress, но, тем не менее, очень-очень нравится мне по стилю, потому что вы не видите, но вот за кадром у меня тут 4 гигантских растения перед окнами, вы видите, в камине у меня вместо огня одни только растения. Ну и в целом их здесь будет только больше. Честное слово, на участке огород не предвидится, даже не просите. Вот такой стиль кайфовее, и как же я рад, что сам сейчас иду в эту сторону. Прям кайфую. Дальше к постам. Серьезно? Прямо перед моим салатом? Черт, я видел, вы кидали это в чате, но я на всякий случай еще раз в телеге запущу это прям отдельным постом, потому что пипец, мне очень понравился этот скрин. Понятное дело, я не могу 18+ показать на YouTube. Про галерею. Я бы получал доллар каждый раз, когда я вижу, и тут человек предлагает заполнить этот пробел от себя, пишет: напрямую загрузка из дефолтного касса, либо экзотические танцоры, они же стриптизеры, либо одинокая женщина с котом, или ugly to beauty, это что-то типа из некрасивого нужно сделать красивым. И да, каждый азиатский парень имеет одну и ту же прическу с этим пробором. Классика. Как насчет тебя? К этому списку я бы добавил любителей поз. Знаешь, когда ты заходишь посмотреть на персонажа, и тебе нужно разминать шею каждый раз, когда ты его смотришь. При этом то, как он выглядит потом в игре, совершенно не совпадает с тем, как он выглядит на превью. Красивейшие постройки, которые не были затестированы в геймплее, из-за чего абсолютно неиспользуемы. Да, господи, просто... половина домов в галерее. Большое спасибо тем, кто тестит, действительно проверяет предметы в домах, когда собирается разместить в галерее эту постройку. Спасибо. Парень с девушкой, где все усилия были направлены на девушку, а парень как будто клонирован с любого другого, и так сойдет. Веселая, творческая и семейная симка. На всякий случай, это не злобное высмеивание неправильных вариантов в галерее. Нет, просто люди немножечко замечают довольно однотипные творения. Вот, например, горячий парень без футболки или, допустим, просто открытые руки, очень накачанные, темные волосы и прочие подобные клишированные штуки. Очень необычно. Если что, я сам тот еще образец оригинальности. Вы моих симов можете посмотреть в том же Нацубери. Я не претендую на то, что я делаю что-то уникальное, окей? Хэштег никакого CC. Смотришь внутрь. Скинтон. CC. Ресницы, причем те, которые заставляют глючить лицо, волосы, CC. И тут спрашивают, а как насчет комментов, лол, слишком много паков, сделай то же самое, но с базовой игрой. А потом ведь действительно делаешь подобный вайб с базовой игрой, но тебе говорят, что нет, это уже не то, надо было как там. Но чтобы без предметов, как там. Как когда салат готовишь, у тебя есть 5 ингредиентов, троих нету, ты заменил их случайную, а потом такой... Чё-то салат получился не тот. Автор обманул, а люди еще говорят, что вкусно. Я вот попробовал, и невкусно. Хотя там все другое, ну ладно. О, да. Вот этот самый шрифт, во-первых, супер погружение. И тут написано «довольно базовый сим». И это каждый раз одна и та же белокожая мадам с кнопкой носом, или, ну вы поняли, вздернутым носиком. У нее заменен скинтон и обязательно какая-нибудь поза, которую ты видишь уже 7-й раз подряд. Уф, я слишком утонул в комментах. Следующий пост. Индиец его пишет. И сразу говорит, если что, я не оскорблен, ничего такого, но очень забавно видеть, как в игре симы сходят с ума от остроты блюда бхельпури. Извиняюсь перед всеми, кто знает, как оно называется, я в первый раз это вижу. Или представляет сок из сахарного тростника как необычную еду. Что вы, ребят, думаете об этом? И мне кажется, вот это как раз действительно интересно. Вот здесь Sims показывает свою мультикультурность. И да, действительно, западный мир, скажем, более западный. Конечно, азиатская еда кажется более острой.
первой. И мне кажется, это безумно интересно, что человек смотрит на то, как обычная еда, которую он ест все время, показывается игрой как что-то супер необычное. Это как, знаешь, я вспоминаю один из эпизодов на MTV, кажется, Viva La Bam был, в котором они, вы не поверите, пили квас. И это был разнос для них. Типа, боже мой, настой хлебного мякиша, чертовы русские. Хотя наверняка окрошка покажется людям полным безумием. На кефире или на квасе? Можете не отвечать, просто хочу сказать, что точно так же, как этот парень, который удивляется, типа, какого черта, это забавно, я не оскорблен, но типа, какого черта, это правда вот так выглядит, когда для тебя этот бхель-пюри вообще не острая вещь, а симы там сжигают себе рот. Вот про квас, бэм, кажется, бэм это был. Челы, и я извиняюсь, для особо чувствительных попробую так, блевали. Нет, получилось только хуже. Короче, вы поняли. Ребята пили этот кислый хлеб, половина блевала, половина отказалась. Типа квас казался такой дичью для неподготовленного человека. Если подумать, так оно есть. А мы в этом жили. Блин, такая жара, квасу бы сейчас. С кем из моих симов вы пошли бы на свидание? У нас есть один шаблонный красавчик, и другой, и третий, и четвертый, и пять. Все красавчики. Я не отрицаю реально их красоту, но нет ощущения, что немножко поднадоели. Вот прям однотипно вылизанные челы. Прям вот, вот такой вот вид, вот. Ну, где некрасивые ребята? Забавно, да, как все говорят о принятии себя и реалистичном изображении в играх. И когда дается полная свобода, мы видим только модельных красавиц и красавчиков с модельными телами. Интересно получается. Ты разрываешь меня на части, Лиза! Опа, что-то небезопасненькое. А-а-а, это цитата из фильма «Комната». Худший фильм всех времен и народов. Это просто потрясающе. I did not hit you, it's not true, it's bullshit. I did not hit you, did not. Oh, hi, Mark. Абсолютно невероятный фильм. Называется «Комната». Очень советую посмотреть в оригинале сегодня вечером, сразу после того, как посмотришь видео, в котором я за день прошел челлендж, на который дается год. Большое спасибо ребятам, которые поддерживают канал. Забавно, как я ушел в отпуск и просто делаю видосы еженедельно.